Сейчас в Мордовии насчитывается 27 предприятий малого и среднего бизнеса, которые выбрали для себя социальную направленность. И, как правило, они не блещут масштабами, но очень сильные. Настолько, что не уступают крупному бизнесу. Я обращу внимание на такие направления, как сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, благоустройство, содействие учебным заведениям, лечебным учреждениям, поддержки наших ветеранов, добровольческая деятельность. Ну и, конечно, все, что связано с работой трудовых коллективов, наших ребят, кто учится, кто в жизненной ситуации сложной оказался. Везде бизнес протягивает свою руку. Сбор гуманитарной помощи и денег на поддержку мобилизованных объявили 3 недели назад. За это время собрали внушительную сумму и разработали план по обеспечению добровольцев и призывников тем, в чем они действительно нуждаются. Общая сумма поступления на расчетный счет фонда составила 53 миллиона рублей. Коллеги, это работа за 3 недели. Отрадно знать, что в Республике Мордовия и за ее пределами столько неравнодушных людей. Минимальный размер, который был зафиксирован, это 50-100 рублей и заканчивая миллионами. Остаток фонда составляет 48 миллионов, и эта сумма постоянно либо растет, либо уменьшается. Все это от неравнодушия. Именно так рождаются проекты социального предпринимательства. Екатерина Сыщикова рассказывает, как пришла к своей программе двигательной реабилитации и дополнительному образованию детей с ограниченными возможностями. Случилось это 8 лет назад. Когда мой ребенок заболел онкологией, 8 лет назад не было ни одного детского центра с инклюзивным образованием у нас в республике и практически в стране. Что и дало мне эту бизнес-идею открыть этот детский центр. И опять-таки с поддержкой государства, на тот момент это было Министерство труда и занятости, с 300 тысяч рублей родилось вот это огромное дело. Каждое огромное дело требует таких же огромных вложений. Существуют подобные проекты в основном на грантовые средства. И Мордовия присоединилась к этой мере поддержки. Если в 2021 году, соответственно, размер грантов это было 3 миллиона рублей, то в этом году уже 7,4 миллиона рублей. На следующий год запланированный в бюджете, соответственно, который сейчас принимается, на 2023 год 8,2 миллиона рублей. На базе Центра спортивного развития «Юниор» занимаются с детьми с ментальными нарушениями. Для них социальная адаптация через групповые занятия футболом – большой шаг. Грантовых 352 тысячи хватило на год бесплатных тренировок. На поле Мордовия-арены с экипировкой и профессиональными тренерами-дефектологами. А теперь проект придется закрыть. Мы сумели в этом году сподвигнуть 18 крупнейших предприятий нашей республики, чтобы они поддерживали детский футбол. Давайте мы вот в нашу лигу мордовскую включим, соответственно, вашу команду, и она будет там на особых условиях, особый приз там ведем какой-то, может быть, одна или две команды, посмотрим. У вас же мини-футбол, да? Да, мини-футбол. Вот, чтобы они со следующего года спокойно присоединились к Мордовской лиге и участвовали. Поделились соцпредприниматели и другими проблемами. Пристальное внимание прокуратуры к Центру развития и восстановления речи стало неожиданным предметом обсуждения. Некое основание проверки травматизма детей каким-то образом повлияло на проверочные мероприятия экономической деятельности Центра, финансовые дисциплины, целевого использования бюджетных средств, вплоть до профессиональной подготовленности сотрудников. Приношу свои извинения за столь откровенное выступление. Нет, мы все правильно сделали. Единственное, что, конечно, такие вещи должны доходить не с трибуны. Там они заранее как-то, Галина Алексеевна, вы меня предупреждаете, что у нас вот такая проблема. Мы разберемся в ситуации. Именно разбору ситуаций, с которыми сталкиваются социальные предприниматели, предложил посвятить следующую встречу глава Мордовии. Светлана Лашина, Евгений Фролкин. Наши новости.